Карамба ТВ представляет. Здорово. Вы помните этих долбоебов? Бля! Так вот, судя по всему, им этого было мало, и они решили сделать кое-что покруче. Раз, два, три, пошел! Ебать его троянским конем! Эти идиоты сидели в колесе. Русская рулетка только что обрела новое значение. Вставить пулю в пистолет — это слишком банально. Лучше я сам в барабан полезу. А может, эти ребята, насмотревшись всяких американских фильмов об обрядах посвящения в студенческое братство Стэнфорда и Гарварда, решили устроить свое посвящение. Итак, посвящение профтехучилища номер 8 Мутичфорда в братство БСББ, что означает... Блядь, сука! Блядь! Блядь! А ведь в начале видео они хотели еще и... Слышь, эта херня не горит! Плохо горит! Больше ли? Так, кто пойдет к Артему в больницу, скажите ему, что обряд не засчитан, потому что эта хуйня не горела, а нашим студентам нельзя идти в светлое будущее без огня в глазах. Не знаю, повезло им, что колесо не загорелось или нет, но, видимо, их не предупреждали, что с колесами шутки плохи. Ах вы, суки, поджечь меня хотели! Путин ебало! Кто сказал, что в России плохие дороги? В России хуёвые дороги. Или, может, Роскосмос изобрел новый способ запуска космонавтов? Хьюстон, алло. Здравствуйте. Говорит русская космическая станция. Как, слышите меня? Хотя давайте не будем спешить с выводами. Может, это просто... Блядь, что за хуйня? Ну, по крайней мере, Министерство транспорта именно так этот случай и объяснило. Траты, хомяки! Теперь, скорее всего, они потратят 300 миллиардов рублей на покупку этих тренировочных аппаратов для дорожников России. А может, машины прыгают вовсе не из-за них, а из-за водителя? Never, never let you go. Просто Дима привык прыгать на припеве вне зависимости от того, на сцене он или нет. Все мы слышали о таком виде спорта, как прыжки с шестом. Но мало кто знает о прыжках с велосипедом. Джоуи! Да, да, вот что я называю настоящим спортом. Задача в том, чтобы пролететь как можно выше. И у Джоуи получается это лучше всех, ведь он долго тренировался. Самое главное в этом виде спорта не отпускать велосипед во время прыжка, иначе... Поэтому, чтобы в этот раз не позориться, он решил упорно держаться за него до победного конца. А может, все дело в... Эй, мали, блядь, что за хуйня? Вы помните бобра-тусовщика? Так вот, я нашел кое-что покруче него. Да-да, вы не ослышались, круче бобра-тусовщика. Вот он, полный заряд позитива на целый день. Доктор, выпишите мне, пожалуйста, самые сильные антидепрессанты, а то я покончу с собой. Пробуйте вот это вот. 3W-YouTube-попугай. Док, что за херня? Поверьте мне, дорогой, сильнее этого не бывает. Интересно, он так только под западный рок-н-ролл может? Или, может, под наших артистов тоже? Как насчет Аллы Пугачевой? Зови меня с собой, я приду сквозь злые ночи. Да, под басту слабо. Я был свободным рабом, я был рабом у свободы, я был великим царем, мне поклонялись народы. Последний решающий тест. Лезгинка! Спасибо, доктор! Интерактив вернется уже в следующем эпизоде, так что пишите свои шутки про видео из этого эпизода, оставляйте их в комментариях, указывайте тайм-код, ставьте лайки и подписывайтесь на новые видео. Это был Плюс 100500, меня зовут Максим, пока!